18 мая состоялось торжественное открытие второй благотворительной выставки живописи «Дети детям», организованной Lions Club Донецк и отелем «Донбасс Палас». Мероприятие, которое проводится уже второй раз, нашло широкий отклик среди донецких школьников. Ребята с радостью согласились помочь своим сверстникам из Славянской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, нарисовав живописные полотна, которые были выставлены на продажу в отеле «Донбасс Палас». На экспозиции мы увидели 22 абсолютно разноплановые самобытные работы юных художников, объединенные одной идеей – возможностью сделать добро для своих сверстников. Первая выставка «Дети для детей», организованная Lions Club и отелем «Донбасс Палас», состоялась в октябре 2009 года. Тогда, благодаря продаже картин и пожертвованиям, собрали 13 тысяч гривен, на которые приобрели разнообразные музыкальные инструменты для организации досуга воспитанников Славянской школы-интерната. То есть эти инструменты им очень пригодились, они ими активно пользуются, ездят на выступления, и дети занимаются после учебы. Все деньги, полученные сейчас, пойдут на покупку портативных увеличителей текста ОПАЛ, необходимых для обучения детей с остаточным зрением. В плане того, что дети принимают участие, значит, они понимают сущность положения, в котором оказался тот или иной ребенок. Ведь от лишения зрения никто не застрахован. А то, что они пропускают через себя, через свое сердце, и это понимает, это здорово. И мы, конечно же, очень благодарны всем до единого, кто принимает участие в этой выставке. И низкий поклон мы говорим и родителям, и детям. И дай Бог удачи, терпения и успехов. Благотворительная акция принесла пользу всем без исключения. Ведь слабовидящие воспитанники Славянской школы-интерната получат такое необходимое им оборудование. А донецкие школьники уже обрели не только художественные знания, но и уроки доброты и милосердия. Я хочу помогать тем деткам, которые такого же возраста, как и я, но они с ограниченными возможностями. Я хотела поучаствовать, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями. Во-вторых, сюда ходила моя лучшая подруга Маша, и я просто не могла отпустить ее одну. Нам очень понравились организаторы, которые такие творческие люди, которые готовы делать добро, которые готовы делать благотворительные акции, что очень, ну, как бы полезно и прекрасно в наше время. Поэтому мы с удовольствием согласились участвовать второй раз. Я, конечно, мне очень захотелось еще раз пойти, потому что от первой выставки я получила вообще лучшее впечатление, мне понравилось. Мне кажется, что это мероприятие просто необыкновенное, потому что воспитывает у детей желание познать прекрасное, и самое главное – делать это для тех деток, которые нуждаются в помощи и во внимании. Уже в первый день проведения акции половина работ была раскуплена, так что если вам приглянулось то или иное творение маленьких художников, поспешите. Благотворительная выставка «Дети детям» продлится до 31 мая.